Hey there, friends! Footages for this video were provided to us by our friends from the War in the Swamps channel. These guys are engaged in excavations at the World War II battlefields. They are searching for dead soldiers, aircraft, and other equipment in forest and swampy area where no one has gone after the war ended. Find the link to their channel in the description below. Крышка сбоку. Ну. Такая вот находка. Так. Такой, я скажу, даже в принципе и не чешечный. Сейчас намыть. Внутри пустой, из алюминиевой фольги вставка присутствует, нормальный газбак, не прогнил. Намыл, вот единственное. Вот она, эта защелка на пружинах. Пока намывал, развалился корпус на две части. Но я отложил, нашел. Я думаю, это реставрируемо. Ну, здесь внутри еще намывать. Очень даже достойный газбак для коллекции. Номер. Он еще и подписной. Вдоль стены после газбака появилась лопатка складная немецкая с черенком, но на ней лежат советские мосинские патроны. Это химическая реакция гниения дала знать, и сама лопата сгнила. О, пошла, да. Черенок целый, сама лопата сгнила. Помыл. Вот он, металл. К черенку идет нормальный металл. А там, да, где патроны лежали, вся лопасть сгнила. Он идет. Черенок приятный. Мороз сразу схватывается. Ну и сюрприз, лопатка оказалась подписной. В стене у входа торчит алюминиевый колышек. Воткнут у них. Она в картонной упаковке. И такие маленькие батарейки, цилиндрики. Все колотые, раздавленные грунтом. Трещины. Это вообще раздавленный. Какой-то с подшлемником.
Вот они, три части подшлемника внутри шлема. Так, а этот у нас как-то странно даже уцелел. Нету трещин на нем. Вот тут сгнил подшлемник, конечно. Тут сгнил. И ремешок сгнил, подшлемник. Ближе к стене идут связки между собой. Проводами соединенные. Аккумуляторные батареи немецкие. Офиг знает, немцы, не знаю. Надписи. Ого, не, немецкие. Обалдеть. Нифига себе. Смотрите. Орел вермахта, свастика просматривается на батарее. Вот как мне ее сохранить-то? Ха-ха. Так. Такой экспонат. Что у нас здесь? А, вот клеймо. Что тут еще у нас за крышкой? Еще одна кружка, что ли? Да, возможно, еще одна кружка или не бутылка вроде. Так, ладно. Опа. Алюминиевая крышка от котелка. От... Возле столба лежал деревянного. И, естественно, подсумок устал. Был без патронов. Ужался. Такой совсем пересох он. Магазин к советской самозарядной винтовке Токарева. Она же СВТ. Тут даже номер вроде как просматривается на магазине. Находка. Это у нас подвес кожаный к немецкому штык-ножу. На полу валялся. Секундочку, намоем. Алюминиевый должен быть сохранчик. Алюминиевый колышек, такой неплохой сохран, даже вроде как и краска присутствует на нем. Ну и тут где-то с этой стороны под проводами чекушечка, 40-й год. Ну, тут приятная бутылка, ликер, штофчик такой с толстого стекла. Целая, целая. Вроде бы так, пока целая. Да, даже пробка родная на ней стоит.
целых. Более-менее. Кассончики нашинские. Блин, даже вроде еще сигналы идут там. Мне еще копать, наверное, как минимум половину его. Что там за хлам такой еще остался?